появилась куча еще шариков, и происходит что-то непонятное, оно превратилось в сетку. Теперь этих огней просто целая куча. Что это такое? Что очень сильный ветер, они стоят на месте. Как такое может быть? Тут на улице сдувает все, вон деревья шевелятся, ветер сильный, а вот эти шарики на месте стоят. Чтобы вы не думали, вот луна, а вот эта тема. Я в шоке, конечно. Что это такое?